пацаны и девчонки, с вами снова я, Киогу. И я сегодня буду устраивать открытие кейсов. И, кстати, дорогие друзья, спасибо за 50 подписчиков на канале. Ладно. Ну, короче, вот такой вот у меня инвентарь. Давайте сразу покажу. У меня вот такая вот офигенная калашка. Давайте просто покажу вам. У меня калашка. Вот, смотрите, калашка от Бога, видите, да? Вот тут, видите, вот это калаш, который сверху, он очень ужасный. Вот это вот самый лучший калаш в мире. Да, вот, например, Делор есть, Драгонлор, после полевых, конечно же. И вот тут он очень сильно покоцанный. Вот, видите, покоцанный, очень довольно-таки много покоцанный. Тут, например, вот это. У вас это будет отображаться, ну, короче, вот тут очень сильно коцано. Бить. Очень сильно коцан. И стоит он довольно-таки много. 293 000 890 000. Ладно, дорогие друзья, мы будем сегодня делать открытие кейсов. И мы будем открытие кейсов делать. Новых Danger Zone. Дальше, но очень старенький. Это новая коллекция, не помню уже. И, конечно, Primes кейсики. Как-то. Призм. Ладно, давайте, дорогие друзья. Так, не тут кейсик, подожди. Давайте начнем мы с Danger Zone. Давайте открываем кейсик, а чудо нам может выпасть. Акаха Азимов. У меня она сейчас была. И, блин, мне выпал прямо из-за устачка тег, ну я его продам. Саня, тут можно посмотреть рекламу, ну сейчас откроем этот кейсик и посмотрим рекламу, посмотрим, что мне выпадет. Мне выпало P250 Never. Так, ладно, давайте сейчас я посмотрю рекламу. Ребят, выбросили 10 лишних, 5-10 тысяч. Баблик. Друзья подсказали отличный способ, чтобы деньги начали приносить прибыль, а не просто валялись в кошельке. Скачал приложение, купил облигации. Теперь они приносят мне проценты. Кстати, могу вывести их в любое время. Сейчас. И вот такие вот перчатки. Я хочу себе вот такие вот зелененькие. И еще зелененькие. Ну, я хочу чисто зеленые. Либо вот такой вот фиолетовые перчаточки. Но мне выпадает, как же всегда, не зеленая, а какая-то дичь. Да. Ну, дорогие друзья, сегодня мы еще сделаем контрактик. Так, ладно, дорогие друзья, давайте мы вот это вот кейсик. Откуда мне и выпал мой калашка. Давайте выбьем еще один такой калашик. Сможем. Так. Блин. Я купился, но мы поставим этот приметный контракт. Конечно, если он еще раз выпадет, потому что сейчас продало. Вот этот мы оставим на контракт. Будем оставлять только вот фиолетовые, розовые и красненькие. Ножи, я думаю, то, что не будем оставлять. К этому продаем дешево. Дешево. Так, дальше вот так вот. И прямо из завода. Ну, как бы прямо из завода. Ну, сейчас зеленый будет. Че? Так. Открытие кейсов, дорогие друзья. Открываем кейсики. И что получается? Ново. Выпадает ново. Неплохо. Нож. Ой, нож. Делор выйду. Давайте посмотрим на этого пацана, который Делор выйду. Так. Где еще? Вот. Это мы продаем. И это получается Делор выйду. А и посмотрим, есть ли у него в инвентаре Делор. И да, конечно, у него Делор-то есть в инвентаре. Что у него сейчас в инвентаре? Ну же, ищички, все. Больше у него ничего нет в инвентаре. Ладно, давайте дальше продолжим открывать кисики. Получается призма кисики. Вот, призма кисики. И открываем. Следующий кейс. Что такое? Я не знаю, что это такое. Так, давайте вот призма кейсики. И открываем. А, блин, не призма кейсики. Ладно.
Неплохо, слишком неплохо дробит. Смотри. Такая на вот этот. И давайте откроем наших любименьких кисик. Вот, за рекламочку. Все, реклама уже все прошла. И открываем. Отсюда нам может выпасть Драголор, Азимов или Медуза. Может даже может выпасть даже Вулкан. Ну, мне выпадает Эмочка, которая мне нафиг не нужна. Дальше вот до бота вот этот кейсик и открываем. Сейчас. Эко. Я вот хочу себе Сезеху. Но мне выпадает, как всегда, Дробовик. $26 стоит одна трековская глок. Я оставлю. Я хочу поносить его, типа, поносить. Еще один стрек, пожалуйста. Дай стрек. Да трек, ну блин, не так. Пушка уже. Ну, все равно. Трек. Продаем и открываем еще один кейсик. И нам опять выдает тот же тег. Так. А почему нам выдает опять же тот же тег? Это что-то неладное. Так, вот. Кстати, напишите в комментариях, как вам новое интро. Что оно очень крутое. Но я его, конечно, не изменила. Это не на 200 сабов. Это интро. Я хотела вам показать, когда у меня будет 100 сабов. И это будет путь к 200 подписчикам. Ну, я его немного переделал. И вы сейчас напишите в комментариях, как вам такое интро. Так, ну давайте еще откроем и пойдем на призмакейсики. Ладно, давайте последние 5 призмакисиков и пойдем делать контракт. А то очень долго будут видеоролики, а я не хочу, чтобы были очень большие видеоролики. Так, нам отсюда упадает Пэха. Блин. Пэха. Так. Нам отсюда упадает Галил. Дальше открываем уже, получается, третий кейсик. Отсюда упадает опять Галил. И давайте открываем последний. Блин, а нет, я на живую хотел. Ну, это теперь неплохо. Ладно, погнали делать контракт. Вот. Что? Вы видели, друзья, что это за нож? У меня такого ножа не было вначале. Что? Откуда мне ножик взялся? Так, я не знаю. Ну ладно, давайте. Делаем контрактик. Блин, значит, что-нибудь самое дешевое такое уберем. Вот это. Это вот это самое дешевое. Ну ладно, давайте. Открываем контрактик, делаем контрактик. Давайте, тут нам надо выбрать любую карточку, и это, если нам повезет, то мы выберем хороший дропчик. Ну, у нас контрактик на 203 рубля, доллар, точнее. И давайте вот этот. Нам что-то выдает охотничий ножик. Вау, охотничий. Я ни разу. А рекрафтик, то есть я посмотрю рекламу и могу выбрать другое, если мне не понравилось. Ну, мне не понравился охотничий ножик. Либо он может переделаться автоматически, керамбит. Например, как вот этот нож, который у меня не был. Ну, все равно. Для мы выбираем заново. Давайте вот это. Опять охотничий ножик. Ненавижу эту игру. Реально, ненавижу. А, ну, хотя бы статрек.
Ладно, дорогие друзья, давайте посмотрим, что это за ножик. У меня такой в инвентаре, очень странный. Ладно, давайте посмотрим на мой охотничий ножик, который я сейчас вывел. Это вот такой вот охотничий ножик, прикольненький довольно-таки. Ну, я его оставлю на следующий видеоролик, если вам понравится это. Ну, вот так вот мой номер керамбитик. Я, наверное, уже вам показывал. Ну, вот так вот он осматривается. Прикольненький керамбитик. Это я не знаю, еще на новые ножи просто не добавлено осмотрение. Ну, ладно. Осмотрение оружия. Ну, что? Вот ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Давайте найдем к лету 60 подписчиков.